Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десант Жека Игорь, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Угадай постройка в Майнкрафте». И да, ребята, всем привет, и знаете, что эта серия выходит только благодаря вашим лайкам. Да, ребята, всем привет, и надеюсь, в этот раз вы также поддержите нас своими лайками, потому что мы от этого от вас ждем. Ждем. От этого от вас. Давай, кто первый? Давайте. Опа, на, тирик, тирик, тирик. Ах ты, читер проклятый. Петух, читер, читер. Так, я не понял, кто там петух? Ты. Давай, давай, мне засекать. Да подожди, я что там не засекать? Ты что, дебил? Поехали, да строй. Ты что, дебил? Строить или не строить? Нет! Ты что, дебил, ну ты уже строил, окей, давай. Раз, два, три, давай. Да ты заколебал так не вовремя. Так, это лего, нет. Нет. Трусы, подгузники. Нет. Тапочки. Что он строит, не могу понять. Это подарок. Нет, ну что? Скорая помощь. Марио. Нет, не скорая помощь. Это дипер, дипер, дипер. Дипер, 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 дипер. Какой? Ну ты, конечно, дебил. Ты, конечно, дебил. Там вообще-то кепка белая, ну да ладно. Так, подождите, у меня два балла, да, получается? Так, готов, давай, раз, два, три, поехали! Да, ага, какой готовый, подождите. Так, стоп, я готов, поехали. Давай, давай, раз, два, три, давай, поехали! Человек, пупок! Да! Да! Это пупок? Это пупок! Я понял, что это постройка, Эдисон, все понятно. Да, Эдисон вообще на самом деле отбитый человек. Слышь, окей, окей, я хочу сейчас узнать... Пупок, понимаете, пупок, он бы, не знаю, там, соплю сделал. Что еще можно? Ноготь, я не знаю. Окей, окей, окей. Чья это постройка? Давайте, раз, два, три. Что это вообще? Так, это обсидиан. Похоже на говно. Портал. Это свастика. Гитлер, Гитлер, Гитлер! Да, да! Молодец! Блин, ну серьезно, ну... Чья это постройка, Евгений, твоя? Моя, она простая! Блин, почему нельзя построить лицо с усиками? Офигеть! Может, это мексиканец был какой-то? Ну блин, так нечестно! Ну блин, ну ты давай записывай! Записывай, записывай, не филон, не филон! Работяга! Игорю нужно тоже закинуть балл. Не-не-не, Игорю ничего не надо. Игорь вообще в пролете. Игорь не филонит. Игорь, короче, у меня предложение выкинуть этого хохла, Игорь. Подожди. Ты вообще бесполезный. А что ты строил? Я строил пупок. Делай дело, работяга. Ну ты, Игорь, конечно, и математик, математик. Давай, раз, два, три, поехали. Что это, сопля? Стекло. Вино. Да, вино. Ну, что, а как ты так угадал? Я так ничего еще не построил. Как это так... просто моя постройка, я подумал, что может быть еще стеклянное. Я сразу свои постройки перебрал. Ну хорошо. Да, прикольно, прикольно. Так, давай, как записывай, математик. Так, три, у тебя аж пять? Ну давайте, давайте. Давай, раз, два, три, поехали. Писюн. Нет. Заяц. Нет. ФНАФ. Нет. Робот, робот. Нет, ну что это такое? Телепузик! Телепузик! Да! Ес! Ес! Так, халяс! Телепузик, что это вообще было? Это вообще-то телепузик был, я согласен. Теперь у Игоря 5, у Эдисона. А почему у него на голове стекло? Ладно. Это не голова была. А, это тело было? Я еще до головы не дошел. Давайте, давайте, вы готовы? Да. Давай, раз, два, три. Давай, поехал. Что это за зеленая дичь? Громкость. Человек, муравей. Так, подождите. Что за деревянная... Так... Лягушка, нет. Черепаха! Черепашка-ниндзя! Да! Да! Молодец ты, смотри, какой молодец! Да это ты, конечно, да! Да, Игорь, справился, справился с заданием. Подождите, а тот, кто угадывает, сколько баллов ему? Один. Давай, раз, два, три, давай! Поехали! Ну давайте, я не знаю, чья это постройка, но вот вы попробуйте теперь вот это угадать. Ну это... Хорошо, это Wi-Fi. Нет, это... Что это вот по-вашему? Не, ну подожди, тихо, тихо. Макдональдс. Это... Кого? Эндермен? Я не знаю, как это построить, я не настолько жесткий. Дракон! Нет. Монстр какой-то. Вампир! Ну, знаете, это, ну уже, ну... Ну тихо, подожди. Игра престолов. А, Дарт Вейдер, Звездные войны. Дарт Вейдер, да. Да!
Ну, я просто не знаю, как реально строить Дарт Вейдера, я пытался, типа... Не, похоже, на самом деле, похоже. Ну ладно, ладно, затащил, хорошо. Затащил, затащил. Так. 8, Эдис на 7. Что я ничего угадать не могу, я не понял. Вообще ничего угадать не могу. Так, ну что, я могу начинать? Раз, два, три. Камень. Человек-камень. Пацаны, это сложно. Это серп, лопата, тарелка, сковородка. Нет! Мухобойка. Я не знаю, как эту хрень построить. Телевизор, знак, вилка, что это? Я не... Нет. Что это? Это флаг какой-то. Часы... Я не знаю, что это еще может... Спиннер! Нет! Знак стоп, ветряк. Это не знак стоп! Вентилятор! Ну, я угадал, это вентилятор, дорогие друзья, это вентилятор. Это вентилятор. Ты не успел? Да. Успел. Хорошо. Фух, я успел. Успел. Это был близко, прям ветряк, вот прям вот близко. Эдисон вырывается вперед, мне кажется. Не-не-не, все на уровне. Поехали! Смайлик. Десятый раз. Это лаки-блок. Лаки-блок. Да. Да. Окей. Ярты, прямо у тебя большие шансы на победу сегодня, как я вижу. Да, у меня большие шансы на победу, но это только полпути. Полпути. Давайте, готовы? Раз, два, три, давай! Сейчас. Сережка. Пупок. Что это? Это... Рыжая девушка! Да. Давай. Давай. Раз, два, три. Так. Стол, вилка, нож. Лыжи! Да. Я первый сказал. Да, это, Игорь первый сказал. Молодцы. Да, у Игоря обидно. В смысле у Эдисона тоже 12. Эдисон, успокойся. Давай! Сейчас ты-то будешь. Вот сейчас я буду сейчас строить. Подождите секундочку, я подготовлюсь. Мне нужно, понимаете, на эту постройку нужна подготовка. Все, я могу засекать? Давай. Раз, два, три. Я еще даже не... Ну, окей. Мы отнимем пару секунд, отнимем. Это нога. Шея. Нет. Нос. Нет. Нимб. Ангел. Нимб. А, все? Да. Так, хорошо. Хорошо, записывай. Игорь вообще прям. Давай, раз, два, три. Давай. Человек. Нос, лицо. Сережка. Да, Сережка. Чья это постройка была, а? Чья же это постройка? Кто же отгадал? Чья постройка? Я вам сейчас серьезно говорю, вот это очень-очень тупая постройка, Эдисон. Это нереально тупая постройка. Я даже не понимаю, как ты это угадаешь. Ну, окей. Давай, готов? Да, раз, два, три. Так, хорошо. Мне кажется, я точно это не угадаю. Нет, ты, может, угадаешь, но если ты... Это облако. МДМашка. МДМашка. Это даже не моя, это я угадал. Поэтому, видишь, тупая, ничего не тупая. Не, на самом деле, реально не тупая, раз я угадал, значит... Да, ладно, окей, я просто думал, типа, ну потому что мы на этой волне. Если бы, типа, буквально через пару дней, наверное, мне кажется, была бы... Давай, извиняйся, Ир! Извини меня, мистер Эдисон, но у меня 17 баллов. Давай, раз, два, три, поехали, строй! Зеленая... Кактус! Сейчас. Кого? Это... Мишель! Нет, это, короче, из корпорации монстров. Да. Корпорации монстров, у меня корпорация монстров тема. А, есть! Твою мать! Не успел сказать! А, типа, кто сейчас выиграл? У меня такой вопрос. Но у меня нет. Нет! Жека, мы не должны это допустить, нет! Это легенда просто, первый раз! Нет! Это историческая фигня! Ты хотел сказать, подожди. Игорь, я не буду допускать вот этого, нет, Игорь не должен победить никогда в жизни! Нет! Игорь, нет, я не должен победить! Да, Жека, надо уничтожить это все! Давай, Игорь! Возьму построечки. Как мы такое допустили, Жека? Мы с тобой молчим, понимаешь? Да, вообще. Мы не должны порадовать Игоря первой его победой. Я считаю, что вообще нужно выходить. Да. Так, ну что, вы готовы? Ой, интернет пропал.
Ребят, спасибо вам всем за просмотр. Ставьте лайки на все три видоса. Спасибо вам огромное. Видите, они мне в итоге не дают победить. Сегодня победила дружба, понимаете? А, чё, я сервер держал, да? Заходите, заходите. Раз, два, три. Игорь, ну шо, строй! Ну почему? Ну все, давай заново. Да что ж ты делаешь? Это давай. Заново. Хорошо, хорошо, давай. Раз, два, три. Время идет, время идет. Игорь, давай, Дисон, последний раз, давай, бухай. Да нет, ну давайте без этой фигни, давайте нормально. Хорошо, хорошо. Давай, 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 давай. Раз, два, три, поехали. Жека, выключай. Ладно, ладно. Мы молчим. Уже не знаете, что это такое? Портал, кубик, рубик. Какой портал, какой кубик, рубик? Ты что, дурак? Что это, вот это? Ну не угадывайте, ну специально. Мяч! Нет, это кубик. Нет, это не кубик, алмаз другой формы. Нет! Ты что, дурак? Игорь, мы честно угадываем, я не представляю, что это такое. Я тоже не понимаю. Только тихо, только тихо. Колесо. Нет, вот что это? Круг, вот это... круг, круг. Ну! Кружок. Круговый. Посмотрите, вот. И тут я не могу уже победить, понимаете? Я не могу куда угадать. Что, все время закончилось? Да, там время уже вышло. Время закончилось, да? Вам сказать, что это такое? Да, что это? Мыльный пузырь! Бараны! Охренеть! Что это? Из-за как это? Дорожки выдуваются мыльный пузырь. Так, это же дурак. Отлично, Жека, молодец, молодец. Это вообще не круто, не круто. Я честно не знал, что это такое. Это все хорошо. Не, я реально даже вот сейчас я знаю, что это за постройка и... Вот пишите, что вот это похоже на мыльный пузырь. Ничего, это не похоже. Нормально. Мы дестабилизировали врага, понимаешь? Да, Жека, мы молодцы с тобой. Так, подожди, я сейчас красную штуку положу сюда. Я положил уже. Давай. Так, давай, давай, ты тяни. Давай, раз, за, три, Ну почему? А что такое? Давай, раз, два, три. Что это? Человек писюн. Главное не Игоря постройку строй, главное не Игоря. Это карапуз, Стефан. Ребёнок. Турист, что это? Качок. Так, это барабанщик, тарелщик, я не знаю, что это такое. Музыкант, я не знаю. Певец, певец. Так вы не на это дивер... Караоке, караоке. А кто там что-то сказал уже вроде? Чё? Я сказал певец. Ну, чё это? Микрофон. Ну, микрофон, уже вроде говорю, кто-то сказал, кто там микро и все, и потом затих. Что-то было такое. Ну я микрофон не говорил, я это сказал. Ну я сказал первый микрофон. Да. Ну, молодцы, окей. Вы молодцы вообще, молодцы. Ну, так, окей. А подождите, у меня построек нету, секунду. Давай, раз, два, три. Ну что, Евгений, можешь строить, давай! Да, так, так. Что это, тарелка? Ча-ча-ча-ча. Пол! Орел, я не знаю, что это. Колодец. Тарелка. Загон. Карусель! Да, карусель! Нет! Нет, Жека! Не угадывай, все, сейчас нельзя угадывать. Блин, это стандарт нахрен туда. Подождите, у меня построечки нету, поэтому я пойду возьму построечки, дорогие друзья. Так, Жека, молчать, Жека. Подожди, я должен сейчас подготовиться. Раз, два, три, время пошло! Серьёзно? Да. Мне кажется, реально сегодня Игоря будет не жалко. Хотя... Крест, кладбище, могила, церковь, священник... больничка, нет. Поликлиника. Шторы! Нет! Понимаете, в чём прикол? У меня не 20, у меня 20! 21 очко! Ты, конечно, очку, ну ладно. Жека! Так уж и быть! Надо похлопать! Историческая фигня. Мне нужно построить. Real talk. Think about it, man. Ты молодец. Изи. В общем. Да, мне надеюсь, так же изи поставите лайк. Конечно. Да. На все три видоса поставите, и новая серия «Угадай постройка» не заставит себя ждать. Да, ставьте лайк. И еще надо подписаться на все три канала, потому что как бы мы крутые. Надо подписываться на все три канала. Вот, и нажать на колокольчик, и там описание есть. Там еще Инстаграм, да, вот это все. Да, вот ну вы проверьте, там какая-то интересная тема недавно произошла. Да. Ну, а на этом мы заканчиваем. Всем пока. До свидания.